Уважаемая публика, я представляю вам участников первого поединка сегодняшнего вечера. В синем углу боец, которому 27 лет, его рост 190 сантиметров, вес 99 килограммов ровно. Один раз боец заходил в клетку и одержал одну победу. Стиль спортсмена – боевое самбо. Встречайте, из Таджикистана, город Душанбе, Хамид Тевлянов! В красном углу боец, которому 26 лет, его рост 182 сантиметра, вес 103 килограмма 900 граммов. В профессиональной клетке провел один поединок, одержал одну победу, работает вольным стилем из России, город Хасавюрт, Республика Дагестан. Встречайте по прозвищу Шкаф Курбан Ибрагимов. Спортсмены, на середину. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работаем, сетку не держим. Локтями в голову не бьем, коленями в голову только в стойке. Головой не работаем, затылок, позвоночник не бьем. Все действия по правилам. Пожали руки. Удачи обоим. По углам. Ну что же, бойцы пожали друг другу руки. Последнее наставление от рефери Ашота Ашукяна, лучшего рефери нашей страны. И сейчас мы посмотрим сам поединок. Абдулхамид Давлятов против Курбана Ибрагимова. Первый раунд. Давлятов начинает идти вперед и наносит лоу-кик. Очень жесткий удар. Ну и вот мы видим, что Курбан Ибрагимов отвечает тем же. Пошел он в атаку, но наткнулся на встречный удар. Снова пропускает Курбан Ибрагимов. Ну, опрокинул соперника на канвас. Однако мы видим, что Давлятов тут же поднялся. И бэкфист от Ибрагимова. Страсти накаляются. Начинаются обмены ударами. Хайкик роскошный в исполнении Ибрагимова. Но пока вот Давлятов не реваншируется за этот пропущенный удар. Мы слышим команды от секундантов поспокойнее действовать. И снова комбинация. И вновь попадает навстречу Курбан Ибрагимов и пытается провести тейкдаун. Это ему удается. Позиция маунта полноценного. И вот сейчас надо освободиться от захвата, чтобы можно было продолжить атаку с рук. Наносить удары сверху. Так, что здесь у нас? Рефери, мне показалось, прерывает. Но там держится за сетку один из бойцов. И вот молотки от Ибрагимова. Тут же боковые удары. Пытается развернуться сейчас Давлятов, но не получается. Очень крепко сидит Ибрагимов в маунте. И, конечно же, Давлятову трудно будет выбраться. Однако мы видим, что он переворачивается, отдав шею, тем самым... Мы видим, что Курбан Ибрагимов тут же пытается провести треугольник. Одну ногу успел забросить, однако вторая в неправильной сейчас позиции находится. И для того, чтобы ему полноценно исполнить треугольник, надо перевести ногу через руку. Но, конечно же, Абдулхамид Давлятов все это понимает и просто старается сдержать натиск соперника. И тем самым дать возможность рефери поднять бойцов уже в стойку. Это и происходит. И сейчас возобновится поединок уже в стойке, в центре октагона. Снова комбинации ударов. Снова жесткий обмен. Призывают поднять руку Давлятова. Потому что справа каждый раз пропускает он удар. Но тем временем... Все равно удается достать Ибрагимову соперника, хотя, казалось бы, Давлятов гораздо выше оппонента, у него есть преимущество в длине конечностей, и ему надо держаться на дистанции от соперника, работать на дальней дистанции и не давать оппоненту сближаться, но тем временем мы видим, что раз за разом Курбан Ибрагимов достает оппонента своими длинными атаками с разных позиций, бьет причем по этажам. Отличная скорость у этого парня. И не успевает Давлятов реагировать на
атаки соперника. Решил подвигаться немножко Абдулхамид. Немножко утихомирить тем самым своего оппонента. И у меня такое ощущение, что справа образовалась небольшая гематома у Курбана Ибрагимова. Снова прорывается он в ближний бой, старается достать справа через руку, так называемый оверхенд провести. Тут же боковой, отличная комбинация от Ибрагимова, еще одна атака. Но на этот раз Абдулхамид оказался к этому готов и вовремя ушел на безопасную для себя дистанцию. Тем временем остается минута до конца первого раунда. Мидл кик. Хотя показалось, что сначала будет пробивать хайкик, но впоследствии уже перенес удар в корпус. Курбан Ибрагимов. И вот подхват ног и снова переводит Курбан Ибрагимов соперника на канвас. Позиция халфгард. 20 секунд остается до конца первого раунда. Но снова рефери не дает развить атаку, поскольку бойцы не вели активную борьбу. Все делает правильно Ашот Ашугян. В его действиях сомневаться не приходится. И поединок вновь возобновляется в стойке. На этот раз мы видим, что Давлятов пытается прорваться на ближнюю дистанцию. Но не получилось. Заканчивается первый раунд. Превосходно действовал Курбан Ибрагимов в первой пятиминутке. Грамотно очень атаковал, разрывал дистанцию, сближался с оппонентом. Причем ни разу практически не повторился, постоянно менял углы атак. За счет скорости Курбан Ибрагимов каждый раз оппонента настигал своими атаками и доставал. Ну что же, второй раунд. Смотрим дальше. Раунд второй. Возобновляется бой. Спиннинг-бэк-кик. Вернее, его попытка от Курбана Ибрагимова. Но не достал. Не достал соперника. Вот сейчас Давлятов держится на безопасной для себя дистанции. Но, конечно же, для атак ему нужно сближаться. Вот пытается прорваться и справа вскользь достал соперника. Еще одна размашистая комбинация в исполнении Давлятова. Но на этот раз Ибрагимов уже встречает соперника. Тут же боковой проводит. Парни, конечно же, тяжелые. Каждый удар может решить исход этого поединка. Снова попытка спиннинг-бэк-кика со стороны Курбана Ибрагимова, но вновь мимо. Вкладывается в каждый удар Курбан, старается потрясти соперника каждым своим попаданием. И вот сейчас во втором раунде видно, что Давлятов начинает понемножку пристраиваться к оппоненту, к его манере. И как только Курбан Ибрагимов пытается провести какую-либо комбинацию ударов, то тут же мы видим, Абдулхамид Давлятов уходит на безопасную дистанцию. Пока без контратак, но в скором времени может подстроиться и к этому Давлятов. Отличный удар в корпус от Курбана. Точно попал. Но мы видим, что Абдулхамид Давлятов, как ни в чем не бывало,
Работает, правда, атак до сих пор с его стороны не было. Такое ощущение, что немножко опасается сейчас соперника или же старается отдать ему полностью инициативу, чтобы Курбан Ибрагимов откровенно уже, что называется, пошел на «вы», пошел в атаку, и тут же Абдулхамид Давлятов мог бы его встретить. Но опять-таки надо решать проблемы со скоростью, поскольку мы видели, что у Курбана Ибрагимова в первом раунде скорость была заметно выше. Да и надо сказать, что и порезче. Курбан Ибрагимов, отличная! Отличный перевод в партер, отличный бросок. Ставит колено на корпус соперника, и вот здесь можно попытаться провести удушающий прием, но не получилось. Все равно хорошо действует Курбан Ибрагимов, но тем временем Абдулхамид Давлятов удачно выбирается из партера. Снова пропускает он удары. Хорошая атака от Ибрагимова. Двойка точно в цель. Немножко снизили темп бойцы. И каждый ждет атак друг от друга. Пытается пробить джеб. Давлятов, ну вернее, просто контролирует дистанцию, чтобы соперник не сблизился. И мы видим, что как только Курбан Ибрагимов пытается прорваться, сократить расстояние, то тут же уходит вновь Абдулхамид. Либо в сторону, либо назад. Вот справа превосходно попадает сейчас Курбан Ибрагимов. Достает соперника, но развить эту атаку не получается. Вновь одиночный удар. Попытка пробить боковой. Мимо. Еще одна комбинация от Ибрагимова. Начал работать Курбан Ибрагимов исключительно двойками. И вот здесь подключает ногу. Удалось достать. Еще одна атака. И вот идет на добивание Курбан Ибрагимов. И бой остановлен. Курбан Ибрагимов одерживает победу во втором раунде. Вот это да. Интересно сейчас будет посмотреть момент, когда Курбан Ибрагимов своего соперника достал. Поскольку казалось, что Давлятов спокойно уйдет в очередной раз от атаки в сторону. Но вот давайте еще раз посмотрим. Так, боковой. Как справа, так и слева. И вот здесь добивание. И, видимо, через блок почувствовал Абдулхамид Давлятов всю тяжесть ударов Курбана Ибрагимова. И уже продолжить не сумел. Идет сейчас Ибрагимов к сопернику. Справляется его здоровье. Но все в порядке с Абдулхамидом Давлятовым. Поединок на 4:07 второго раунда. Техническим нокаутом победу одержал Курбан Ибрагимов, Россия, Республика Дагестан.